эта инфекционная больница, она появилась в 1949 году. По легенде, которую нам сообщили местные жители, здание строили, ну, будто бы пленные, немецкие военнопленные. На самом деле эпидемии терзали Гомель достаточно давно. С того момента, собственно говоря, как он был, наверное, практически и основан. Холера, различные другие инфекционные заболевания собирали очень обильную жатву. Во времена Российской империи медицинское обслуживание населения, говоря современным языком, было вообще никакое. И первоначально с эпидемиями боролись путем религиозных мероприятий. Да? Православная церковь проводила крестные ходы против страшной эпидемии холеры, которая разразилась в Гомеле в конце 19 века. А иудейская община пошла своим путем. И поскольку кладбище расширялось постоянно, они это кладбище обмеряли, суеверно предполагая, что таким образом изгонят холерный вибрион. Затем даже справили свадьбы между самым бедным и несчастным евреем и самой некрасивой еврейской девушкой. Вот это писал Илья Оренбург в своем замечательном произведении о Лазике Ротшванице. Всем рекомендую прочитать, там очень много по истории Гомеля начала 20 века.